Вітаємо вас, любі наші миколаївці! З вами програма «Чарівна палітра». І сьогодні ми знову завітали до Миколаївського відділення Національної спілки художників України, де працює дуже різноплановий майстер образотворчого мистецтва. Хто ж цей чарівник? Зараз дізнаємось. Ми знаходимося в гостях у дуже цікавого миколаївського майстра живопису Бандолієва Володимира Камбаровича. Вітаємо вас, Володимир Камбарович. Дуже приємно, що ви нас запросили сьогодні до своєї творчої майстерні. Бачимо тут дуже такі цікаві творчі роботи, сюжетні композиції і портрети. Розкажіть нам, будь ласка, про свою творчість, про напрямки своєї творчості. Що найбільше вам подобається відображати на своїх полотнах? Що вас турбує більш сьогодні? Бо бачимо тут і сюжети, і дуже така думка закладена цікава у ваших роботах. Розкажіть нам, будь ласка, про свою творчість і про її такі етапи, мабуть, найзначніші. Мене цікавить життя. Життя во всіх її проявленнях. Я пам'ятаю, коли мені мій перший учитель живописи, Яков Львович Фрумц, говорив, що навіть грязю можна написати сонце. Це якось запало мені в душу. А потом, когда ты ходишь по этой земле, видишь людей, видишь их реакцию на происходящие события, видишь цветение природы. Люблю ночное звездное небо. Оно все как-то рождает какие-то мысли, которые хотелось бы выложить на холст. Сюжеты берутся как будто спонтанно, ниоткуда. Но в процессе доработки они выливаются вот в эти работы. Цікава, нетипова робота, дуже образна, мабуть. Батько, руки батька і його дитина. Сьогодні дуже багато людей кажуть, що там мати більш головна у цьому процесі, але дуже багато чоловіків хочуть бути зі своїми дітьми, зі своїми синами і надавати їм таку мандрівку в життя. Розкажіть, як у вас народилася ідея цієї роботи? Чому саме до цієї теми ви підійшли у своїй творчості? Все очень просто. Я когда читал книгу о том, об отношениях отцов к своим детям, прежде всего к мальчикам, и прочитал, что когда мальчишка начинает более-менее что-то соображать, папа его отправляет на курсы молодого бойца. И родилась мысль написать картину. Ну, первоначальное название ее было «Курс молодого бойца. Начало», а потом, ну, я военный летчик бывший, поэтому родилась такая сюжетная линия. Отцовский орленок. Первый полет. И она постепенно-постепенно выложилась вот в такой сюжет, в такой цвет, в такой рисунок, в такую композицию. Так получилась эта работа. На цій доволі такій цікавій і нетиповій роботі ми бачимо чистий фон. От блакитне небо. І ви все ж таки робите кілька планів, адже є і глибина, адже є і простір неба, адже є і колір тут особливий. Як ви підходите до формування кольору у своїй роботі і як ви підходите до цієї техніки? Бо бачимо, що це олійні фарби. Чи ви використовуєте мастихін, чи ви використовуєте тільки пензлі? І як ви вирішуєте оцей простір? Ну, в даному випадку він достигається методами цветовой перспективы и тем, что я хотел заложить. Ведь небо, голубой цвет – это цвет счастья. Люди с удовольствием видят чистое небо над головой, оно синее, у нее прекрасные синие глаза у этого неба. И облака, если они белые, чистые, они доставляют радость любому человеку. В данном случае, в этой сюжетной картине, мне нужно было необходимо показать тоже эту радость. Это счастье полета этого своего сына, первый полет сына. Когда папа его подкидывает, он растопыривает свои ручки, где-то машет ножками и получает вот такой восторг на лице. Так оно и получилось, так оно и вырабатывалась эта картина. В процессе подрабатывался какой-то цвет, шел поиск каких-то линий, поз, ну и так далее.
Бачу, що у ваших роботах присутня і така історична складова. Ви все ж таки працюєте на Україні, і, мабуть, українська тематика і українська історія вас теж десь торкнулася. Я бачу, що така історична робота, історичний нарис, але я так розумію, що у цій роботі це не просто ілюстрація, це ще якісь ваші творчі думки. І навіть я так розумію, що цей персонаж, з якого ви писали, то теж не така проста історія. Розкажіть нам, будь ласка, про створення цієї роботи, чому саме така тематика і як ви до неї прийшли? Когда на Украине пошли на определенные политические процессы независимости, связанные с независимостью, связанные с каким-то устройством этого государства, я прочитал Тараса Бульбу. Ну, получилось так. Прочитал с огромным удовольствием. И возникло желание написать или отобразить один из моментов, возможных моментов жизни из рыцарей Украины, как называют казаков. Возникла мысль написать человека, казака, который отдыхает в чистом поле, опершись на каменную бабу. Как связь времен. История скифская баба, которая плавно переходит в нашу действительность. Человек смотрит даль, он в дозоре. Он просто сидит и дежурит. Но все равно у него и оружие под руками, и сабля под руками, и пистолет. Но в поза расслаблена. И все это при ковыле, при ярком солнце, в небе которого летают орлы. Так получилась эта картина. Розкажіть нам, будь ласка, що це за хлопець? Сьогодні не так багато художників та майстрів звертаються до теми молодого покоління і його виховання в якихось традиціях, адже розуміємо, що ви все ж таки людина була воєнна і для вас це має певне значення. Отже, розкажіть, як ви створювали саме цю роботу? Когда-то на праздновании 9 мая, это был 10-й год, мы с женой сели за столик в кафе. Фуражка, так как она мне мешала, я на внука надел, на голову. И так посмотрел, и мне так понравилось. И сразу возникла мысль написать внука в фуражке, вот моей фуражке. Ну, в дедовской фуражке. И родилась вот эта работа. Причем сюжетная линия связана с нашим мемориальным комплексом, нашим ольшанцам, которые погибли при десантировании. Было вот именно вот такое желание показать воина будущего, будущего мужчину, который готовит себя к защите Родины. Вот как умеет, так и готовит. Но там вы видите двух десантников, а у нас стоят ребята из какого-то патриотического отряда, объединения с автоматами. Но для того, чтобы подчеркнуть все-таки воинскую направленность будущего малыша, я написал там двух десантников. Работа называется «Кадет». Цветы, которые вы видите на переднем плане, они как преференция будущему воину, который четко держит шаг по этим плитам мемориального комплекса. Кулачки сжав и что-то про себя то ли поет, то ли говорит, то ли считает раз, два, три. Тема взаємовідносин між чоловіком та жінкою. Дуже багато митців зверталися до неї. Бачимо, і у вас є такі поклики, така робота. Чому саме ви звернулися до цієї тематики і кого саме ви зобразили на своєму полотні? В 1968 году, коли я поступав в Оренбургське воєнне авіаційне училище льотчиків, мені дали почитати книгу, вона називалась «Пісня синіх морей». Она так затронула мою душу, ну, аж романтика. Сам молодой все это прочитал. И она осталась глубоко в душе. Эта книга, этот сюжет. Сюжет отношений, как вы говорили, между мужчиной, женщиной, парнем, девушкой. И когда появилась возможность написать, отразить это душевное чувство, которое было заложено в мне так давно, я написал эту работу. Она называется «Песня Черного моря».
Это песня любви, песня о встречах, расставаниях, о мужестве, о нежности, доброте человеческой души, об отношениях между мужчиной и женщиной, любящих друг друга. Високе чисте небо. Цілий такий певний етап і вашої творчості, і вашого, мабуть, духовного такого наповнення художнього. Розкажіть нам, будь ласка, ми бачимо це зараз і пейзаж, а потім будемо говорити про інші ваші роботи. І всюди присутнє це велике безмежне небо. Я когда-то в 2000 году довелось мне работать в Чехословакии. Я написал там этюд. Природа прекрасна в Южной Чехии, просто замечательна. И вот однажды я вышел с этюдником, видел этот сюжет. Огромное небо, красивейшее, и деревья внизу. Сделал этюд, написал этюд. А потом по этому этюду написал эту работу, этот пейзаж, эту красоту земную, которая называется очень просто «Под небом высоким». Вот это вся красота. Человек, земля, деревья, люди, звери. Под небом высоким. Мы все здесь, под высоким небом. Бачимо вашу рідну стихію. Небо, і вже таке серйозне небо, таке грозове, мабуть, небо, і такий, може, бій чи якісь тренування бойових винищувачів. Що вас саме надихнуло саме на цю роботу, і як ви змогли передати цю динаміку, але ми ж розуміємо, що побачити це у реальному житті – це одне, потім відтворити це на мольберті – вже зовсім інше. Як створювалася ця доволі цікава та нетипова сьогодні, мабуть, робота? Летчик – это боевая единица, которая всю жизнь учится воевать. Что такое обучение? Это применение каких-то боевых приемов в воздухе. Чтобы их оттачивать, необходимо учиться. Эта работа и называется «Учебный воздушный бой». В авиации вообще принято, победитель является тот, кто зашел в хвост противнику в авиации. В данном случае я изобразил. Машина зашла в хвост этому истребителю, своему другу, наверное, однополчанину. За ним победа. Так и называется. Учебный воздушный бой. Небо синее, потому что на достаточно большой высоте, уже где-то километров 7-8, небо синее, темно-синее. Там воздух разреженный, более разреженный. И на фоне этого неба прекрасные облака, они в данном случае резкие, как вы заметили, потому что они передают динамику. Они не спокойные облака, а они как бы передают динамику этого воздушного боя, скоротечность его, его мощь, его умение этих летчиков работать, понимаете? То есть люди не просто сидят, они же работают. Он определяет, куда ему повернуть, какую фигуру высшего пилотажа сделать или просто вираж ему завернуть. В данном случае я изобразил этот просто заход машины в хвост своему товарищу. Машина изображена МиГ-29 СМТ, но она предназначена для виконання істребітних функцій для завоювання господства в воздухі. Як ви досягли такої динаміки? Бо розуміємо, що це небо, ці хмари, вони проносяться на такій великій швидкості. Як ви працювали тут? Діло заключається в тому, що я вже все-таки літав. Я бачив це небо, бачив ці облака, входив в облака, пробивав облака і вверх, і вниз. Це відчуття красоти облака, когда ты в него входишь, и на огромной скорости оно несется где-то рядом. Все было. По этой причине и создание этой картины было навязано, даже не навязано, а создано этим воображением, потому что я это видел в воздухе.
А вот этот воздушный бой, эту динамику боя я создавал при помощи вот всех этих мастихинных вещей и движения такого. То есть оно не просто друг другу в хвост, а оно падает и заходит сюда в хвост. И здесь еще, как вы видите, есть срывы с консолей воздушных потоков. По этой причине, поэтому и создается такая динамика в этой работе и пространство. Не так багато художників звертаються у своїй творчості до пам'яті героїчних днів боротьби нашого народу з фашизмом. Бачимо, що ви звернулися до цієї тематики, і я так розумію, що це не просто так. Що саме для вас ця тема, тема війни з фашистськими загарбниками? Як ви вирішили розкрити її у своїй творчості, у своїх роботах? Діло в тому, що я і моє покоління, вони росли на фоне того героизма, который проявил народ, советский народ, в том числе народ Украины, в победе над фашизмом. Много людей полегло. Это всегда оставляло во мне определенную, навсегда оставляло определенную печать, потому что такого массового героизма, такого подвига не совершал ни один народ в мире. И мне захотелось как-то отобразить ту память, которая была проявлена нашим народом по отношению к тем, кто погиб в море. Я морской летчик. Поэтому я и создал эту работу. Она посвящена и павшим морякам, погибшим в море, и моим друзьям, летчикам, которые погибли в море, как Гена Каракозов, Володя Соколов, если мне память не изменяет. Но так как в традициях моряков опускать венок в море в память о погибших, я и обозначил море и венок на этом море, как нашу память о тех, кто погиб в море, ушел и не вернулся, кого забрало море. Знову на цій роботі ми бачимо це безкрає небо. Воно, повинен сказати, у кожній вашій роботі має свій настрій, свою духовну цінність. І ми бачимо, що це скорбне небо. Цього часу, цього разу на цій роботі це скорбне небо і скорбне море, мабуть, як данина тої пам'яті тих людей, які віддали своє життя за нашу свободу сьогодні, за наше майбутнє. Чи це ви навмисно так робили, тобто ви вистроювали коли композицію і кольорову гамму цієї роботи, ви підходили до цього, чи це просто такий, як то кажуть, духовний такий поклик, настрій та ниточка така, яка вела вас як художника в процесі створення цієї картини? Небо і взагалі цвітовий строй, цвітовий ряд картини, він як-то вспыхнул мгновенно. Это вот, я даже не могу сказать, почему. Мне так и хотелось написать кусочек яркого неба, синего неба, как надежда какая, как печаль какая-то. И вот это грозовое, и в то же время не очень жизнерадостное небо, связанное с облачностью, связанное с некоторыми проблесками каких-то облаков и так далее, и так далее, и так далее, с каким-то определенным туманом над морем, с размытием горизонта, с волнением моря. Но волнение моря легкое, оно не сильное, потому что это печаль. Поэтому не надо его прерывать огромными волнами. Так создавалось это пишет. Так написалась эта работа. Чайка, она сразу бросается в глаза, она сходу показывает крылом на венок и в то же время создает движение в этой работе. Другая чайка создает движение в другую сторону, тоже как бы заворачивает картину, в картине заворачивает эту плоскость для того, чтобы центрировать ее. Дивлячись на цю роботу, на спомин приходять рядки Володимира Семеновича Висоцького, «Ведь это наши горы, они помогут нам». Тема пам'яті у війні з фашизмом
прослідковується і на цій вашій роботі, але це гори, це вже зовсім інша, як то кажуть, середа, інший простір. Чому саме до такої горної теми ви дійшли, як ви до неї дійшли і як ви пов'язали тему пам'яті у Великій війні з фашизмом і з горами? Когда-то пришлось прочитать прекрасную книгу Владимира Карпова, полководец, о генерале Петрове. Армия генерала Петрова держала горные перевалы, держала возможные проходы немецких войск на Баку, держала намертво. Немцы не могли просто взять ни эти горы, ни пройти эту армию. Они ничего не могли сделать. И у меня возникла мысль. Правда, потом приходилось сбивать фашистские отряды, фашистские посты на горных перевалах, где-то высоко в горах. То есть в самых трудных условиях, когда приходилось на себе тащить и орудия, и боеприпасы, и все остальное. То есть в тяжелейших условиях армия сбивала фашистские посты с горных перевалов и убирала их вниз и заставляла уходить, отходить вглубь оккупированной территории. И появилась мысль написать такую работу, которая бы как-то как память наша освещала их подвиг. И родилась вот такая картина, такой сюжет. Перевал, обелиск. Он старый обелиск. Но живые цветы у него всегда, как мир. То есть кто-то все равно где-то недалеко живет, приходит и кладет живые цветы. Нависшая скала, как тяжесть, которая может, как тяжесть, которую приходилось преодолевать этим солдатам. Коршуны, которые летают ниже этих перевалов. То есть на больших высотах сбивали эти посты и эти отряды той же дивизии Эдельвейс. Родилась эта работа. Она как-то не просто ярко там и так далее. Мне очень захотелось, это как рассветная дымка, это рассвет, утро, холодное утро и яркие красные теплые цветы. Ты снова здесь, ты собран весь, ты ждешь заветного сигнала. И парень тот, он тоже здесь, среди стрелков из Эдельвейс. Их надо сбросить с перевала, отставить разговоры вперед и вверх, а там, ведь это наши горы, они помогут нам, они помогут нам. Обличчя війни, обличчя героїв, людей, які відстояли нашу країну перед навалою фашистських загарбників. Кого саме зобразили ви? Чи це ваш якийсь предок, чи це просто якийсь солдат? Это собирательный образ воина, одного из тех миллионов, которые погибли на войне. Дань уважения поисковым отрядам, которые находят и перезахоранивают этих героев. Когда ко мне пришла эта мысль, я решил написать эту работу как бы в виде обожженной фотографии. Может быть, это был танкист, может, это был еще кто-то, который просто сгорел, и у него остался клочок этой фотографии, где его лицо и часть его жены, вероятно. Он получился таким. Называется работа «Мы дошли. Победа». Даже те, кто ушел, они дошли до Берлина, они победили. Ось ми з вами і доторкнулися до творчості Володимира Камбаровича Бандолієва. Людини митця, людини громадянина та справжньої людини неба. З вами була програма «Чарівна палітра». Побачимось!